Васильев из Санкт-Петербурга и Цыплаков, также представляющий Санкт-Петербург. Главные арбитры Павлов из Новосибирска и Чубыкин из Новокузнецка. Николишин, капитан шайбы, передача на пятачок, и здорово там действовал партнер его. 8-я минута первого периода. Иргал убегает в проход, обошел двух игроков челябинцев. Булес, неудобной руки, Скотт перед собой отбивает. В районе 87. Семенов тут столкнулся с партнером. Федоров устремляется к шайбе, ну и, конечно, выбрасывает ее Разин подальше. И уже больше минуты отыграли в меньшинстве. Шайба будет в воротах или нет? Ну и Константин Барулин наказан малым штрафом, 2 минутами, конечно, не лучшим образом, мягко говоря, сыграл голкипер. Вот смотрите, ну и пришлось им нарушать правила. Встали в зоне. И челябинцы. Куэнт, поставлена клюшка, 1-0. Все-таки отличился Константин Косинчук. Давайте смотрим, Куэнт бросает, да. И Косинчук уже, в общем-то, в пустые ворота направляет шайбу. Каблуков назад, опшот не стал бросать. И шайба вновь покидает зону трактора. 25 секунд у Атланта осталось на реализацию большинства. Вот хороший может быть выход! 1-1! Ну, еще раз смотрим этот момент. Да, пытается тут что-то Иргал сделать против двух игроков трактора. Ну и что, нарушение было! И как все здорово сделал Атлант! Александр Нестеров, 2-1. Александр Нестеров, 6-я его шайба. Попов, Кузнецов и Глинкин на льду у трактора. Защитники. Защитники были Разин. Сначала Федор Федоров в большинстве. На 10-й минуте второго периода сравнивает счет. Ну а на 14-й минуте Александр Нестеров делает счет 2-1. Кузнецов бросает с достаточно уже острого угла. Иргал. Мазякин назад играет. Косинчук уже на льду. Классная передача, бросок! И Трэвис Скотт. Можно горы свернуть, но получится ли это сделать у трактора, посмотрим. Николишин переводит игру на левый борт. Бросок! Подставлена клюшка! И сейчас трактор уже через считанные секунды будет в полном составе. Слышали вы, как бил клюшкой по льду Константин Барулин. Ошибка голкипера Атланта. Милош Уржиги, конечно, большой вопрос. Ну а шайбу забрасывает 29-й номер челябинского трактора. Ян Булис. Ну, больше обозначает прессинг нападающий Атланта. Бесстрашно идет вперед сейчас Глинкин.
Кузнецов! Где шайба? Добивание! Еще момент! Выкатывается из-за ворот игрок трактора. И убежит 1-0 или нет, атлантовец. Бросок. И Трэвис Скотт выходит победителем из этого противостояния. 6 побед, 5 ничьих и всего лишь одно поражение. Ну вот выход у Атланта 1-0. Нет, успевает возвратиться игрок трактора и здорово сыграл. И ответ челябинцев. Как на качелях у нас игра. И что, удаление? Да, удаление у Атланта. Итак, Сергей Мазякин против Трэвиса Скотта. Бросок 1-0. Итак, у трактора Дмитрий Афанасенков исполняет первый буллит. И красиво переигран Константин Барулин. Дмитрий Упер. Удалось ему забросить буллит в предыдущем матче. А сейчас вновь бросок и без шансов для Скотта. Глинкин бросок. И 2-2. Федор Федоров против Данила Алистратова. Бросок. И прошивает Федор Федоров Алистратова. Виталий Коваль против Евгения Кузнецова. Чемпиона. И нет. Виталий Коваль не дает забросить шайбу Кузнецову. Атлант выиграл второй. Ну, в общем-то, они и так получали периодически небольшое количество игрового времени. Акбарс практически все время играет в три пары защитников, так что... И первая шайба в воротах 1-0, поставлена здорово клюшка. Успел шайбу поддеть. Вот сейчас, вот, да. И даже шайба-то в воздухе находилась. Там Магогин... придал ей вот такое движение вверх. И Акбарс и Автомобилист в этот момент были заняты перемещением на скамейку запасных. И обратно хороший бросок у Яни Пессанина получается. Забито. Тоже довольно удивительная цифра. Акбарс лидер всей турнирной таблицы, но при этом в меньшинстве играть не очень хорошо. Там не хватило какой-то сплоченности действий. Бодров, можно сравнивать счет, нет, Францкевич. Автомобилист вспомнил о том, что играет в большинстве, вернулся в зону нападения. Крестев набрасывает, подставление клюшки, но шайба пролетела рядом со штангой. Гулявцев, Крестев, бросок еще один, и шайба не зафиксирована. Как же опять-то не забивает Автомобилист? За голову просто хватаются, наверное, все сейчас в Екатеринбурге. Ситников, Панина. Теннисом отчасти останавливает шайбы. 2-1 надо забивать. Нет, Францкевич выручает свою команду. У Акбарса первое звено в полном составе. Никулин и Корнеев. Два защитника. Еще одно удаление. И снова удаление в составе Автомобилиста будет. Акбарс сейчас в шестером на площадке снова окажется. Морозов, нет, не окажется. В шестером 2-0. 1-1, простите. И Францкевич, смотрите, как-то такое ощущение, что остановился. Витя на прямых ногах пытался поймать эту шайбу. Хотя на самом деле эти прямые ноги обусловлены той высотой, на которую летела шайба. Никулин бросает, принимает на себя, вернее на свою клюшку бросок. Алексей Булатов. Булатов же мчится вперед. Ушел от Никулина. Емелин его успел настигнуть. 268 заброшенных шайб. Это цифра, на которой остановился Евгений Корешков. То есть еще всего 3 шайбы осталось Алексею Морозу. Какая потеря сейчас обидная. Бодров, Францкевич, смотрите. Я думаю, 3 шайбы до конца сезона Алексей Морозов просто обязан забивать. Шепеленко, перехваченная передача, и с неудобной руки в борьбе с Паниным пытался Шепеленко все-таки переправить шайбу в ворота. Уже
надвигающуюся беду в виде заброшенной шайбы 15 мяч Барса. Ух ты, Петри Вехонен! Это подарочек. Даже до красной линии наносил бросок Александр Рязанцев. И шайб не факт, что в створ ворот летела еще. Однако Вехонен подправил. Бросил шайбу в чужую зону. Василий Стрельцов. И Татаринов дальше. И успеет к шайбе Хлебников. Успевает, но Вехонена переиграть не сумел. Ступин. Вывел шайбу собственной зоны. Последние минуты. И Субботи налево пас, а можно было и бросить, наверное. Ситников. Субботин. А вот теперь бросает и не дает.